Мы умеем все делать удаленно. Ходить за покупками, общаться, работать. Почему бы также не посещать театры? О том, как миллионы людей могут стать одновременно зрителями одного спектакля, экономив при этом время и деньги. Программа сделана в Воронеже. Первый развлекательный центр Воронежа – кинотеатр, который был основан в 1913 году. Назывался «Ампир». Когда установилась советская власть, его быстро, чтобы не выделяться буржуйским названием, переименовали. С тех пор он известен как «Спартак». Но эта история намного интереснее то, что сегодня там будет происходить. В Лондоне 7, в Москве, а значит и в Воронеже, 9 часов вечера. В фойе кинотеатра множество людей. Совсем скоро, вместе с 200 тысяч человек во всем мире, они станут очевидцами события, которое произойдет на Силк-стрит в британской столице. Третий звонок зрители слышат прямо из лондонского театра. На сцене премьера «Гамлет» в главной роли с популярным актером. Увидеть то, что происходит за тысячи километров в режиме онлайн. Реальность. Эти крупные капли пота, которые на самом деле практически можно потрогать. Их можно почувствовать вот выпукло здесь, близко. В театре мы этого не увидим никак. Посмотреть британский спектакль в Воронеже раз в 10 дешевле, чем увидеть его вживую. Получается реальная экономия. Но что театрам с этого? Чтобы узнать, как это работает, зачем это нужно театрам и кинотеатрам, отправимся в столицу. Большинство трансляций в нашем городе из Москвы. Три Арбата, большое, украшенное колоннами здание. Это театр имени Евгения Вахтангова. Выдающийся режиссер завещал труппе жить проблемами современности. Прошло почти 100 лет. Принцип остался тот же, современность изменилась. Это век высокоскоростного интернета и удаленного доступа, поэтому онлайн-трансляции спектаклей не обошли и этот театр. Команда Алексея готовится к прямому эфиру. Основное оборудование – в фойе за дверьми зрительного зала. Здесь во время трансляции работает режиссер и звукорежиссер. Наш пульт режиссерский, мини-ПТС, пульт звукорежиссера. Сейчас мы все подключим. Сейчас все собирается. Проверим связь и по камерам распределимся, у кого какой номер. Зрительный зал театра Вахтангова – это чуть больше 1000 мест. Цифровые технологии позволяют расширить его в десятки, а то и сотни раз. Такое маленькое техническое чудо. Кинозал «Спартака» в Воронеже становится продолжением зрительного зала в Москве. В это время в Воронеже в помещении аппаратной кинотеатра принимают сигнал. Он поступает на ресивер, обрабатывается, затем отправляется на проектор. Перед началом спектакля мы показываем, как заполняется зал, показываем, как заходят зрители, как билетеры рассаживают зрителей. Зрители фотографируются, делают селфи. Иногда нам удается поймать какие-то забавные моменты. Например, какие? Недавно мы заметили, что на балконе сидела девушка с огромным биноклем и смотрела на сцену. Потом она заметила оператора и стала смотреть через этот бинокль на него. Таким образом, мы поняли, что в зале кинотеатра «Спартак» зрители на большом экране видят, как с экрана на них смотрят через большой бинокль зрители из Москвы.
Занавес открыт. Начинается спектакль. Для телекоманды самая напряженная работа. Третья камера. Вторая, давай общи. Первая. Все это в целом называется мини-ПТС – передвижная телевизионная студия. Она позволяет в режиме реального времени получать картинку с нескольких камер и передавать уже смонтированный материал по интернету. Примерно по такому же принципу осуществляются прямые трансляции, например, футбольного матча. Итак, я вхожу, толкаю дверь, что я вижу? Этот помидор у ее ног, я такой в лоб, а поворачиваться тылом пришлось вдарить по тылам. Мы стремимся создать атмосферу, максимально приближенную к театральной. Во время антракта у нас работает буфет, мы даем звонки, предвещающие начало спектакля. Зрители приходят одеты, как именно на театральную постановку. И вот что самое интересное, ни на одной прямой трансляции не было зрителя с попкорном и кока-колой. Дворец на Яузе. В этом старинном особняке временно обосновалась труппа современника. Недавно театру исполнилось 60 лет. У его истоков стояли такие легендарные люди, как Олег Ефремов, Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков. Сейчас театр полностью оправдывает свое название. Ведь все самое новое и прогрессивное именно здесь. Кому, как не современнику, одному из первых решиться на эксперимент с онлайн-трансляциями спектаклей. Последние приготовления. На сцене огромные декорации. Несколько комнат, двери, лестницы, тазы, мебель, инвалидное кресло. Масса реквизита. Привезти все это в Воронеж физически тяжело, не говоря о финансовой стороне. Такие гастроли обойдутся принимающему городу в немалую сумму. Увидеть спектакль в оригинале, так, как его играют на сцене современника, помогают новые технологии. Идея возникла несколько лет назад, когда по финансовым возможностям мы не смогли вывести спектакль на фестиваль в Варшаву. И вот тогда возникла вот эта идея все-таки показать спектакль в Варшаве на театральном фестивале. И впервые мы тогда показали вот именно в режиме онлайн. Конечно, живое взаимодействие актеров со зрителем происходит только в зале театра. И то, какой получится спектакль, во многом зависит от настроения аудитории. То, что видят в это же время в других городах, ближе к телеспектаклю. Жанр, который был хорошо знаком советским, теперь и российским зрителям. При этом контакт, считает Анатолий Белый, можно сохранить. Иногда актеры во время спектакля делают какие-то акценты в адрес онлайн-зрителей. В спектакле «Мастер и Маргарита», например, есть у Воланда фраза, прописанная Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, которым, да, у него там Груня, у Лиходеева, значит, персонаж там Лиходеев, и у него вот в этой нехорошей квартире есть такая это горничная Груня. Вот, и когда туда вторгается вся эта команда Воланда, она как бы вот Груню усылает. Куда? В Воронеж. Дима Назаров, который играет Воланда, все время обыгрывает эту фразу на камеру, все время говорит, а я услал ее в Воронеж. И, ну как, такая-то доля юмора, да. Вообще мы к этому относимся очень весело. В основе всего, конечно, лежит бизнес-модель. Но то, что должно изначально было приносить доход, переросло в нечто большее. Теперь это культурный, просветительский проект. В 19 веке были такие художники, которые пошли в народ, что называется, да, вот были там стационарные выставки в музеях все время, да, и вот, как они назывались, передвижники они назывались, люди, которые взяли свои картины, погрузили на телеги и поехали по деревням, и выставляли их на улицах, на деревень, и приходили крестьяне и смотрели на картины великих, там, Крамского, Репина, там, и так далее. Мне кажется, это что-то близко к этому. Это не мы не закрываемся в стенах своего театра и говорим, вот приезжайте только к нам, у нас здесь храм искусства, а у вас там ДК имени Ленина, понимаете? И, ну, нет этого разделения, и слава богу, эти рамки ломаются. В Воронеже много театров, и люди охотно смотрят спектакли, раскупая самые дорогие билеты. Но кино все же остается самым модным видом развлечения. Говорят, там, где начинается кино, заканчивается театр. Не заканчивается.
все только начинается. Мы открыты ко всему новому, мы всегда стремимся сделать репертуар кинотеатра каким-то разнообразным, и не обязательно это должно быть кино, это могут быть фестивали, какие-то там арт-проекты, ну и вот в том числе прямые трансляции. Когда-то все было именно так. Кинотеатр не просто место для просмотра лент, а культурно-развлекательный центр. История повторяется. Теперь с новыми технологиями. Искусство становится ближе к удаленным зрителям. Имея под рукой мобильное устройство с доступом в интернет, можно в режиме реального времени смотреть трансляции спектаклей где угодно. Например, в троллейбусе по дороге домой. Получается такой личный портативный театральный зал. Идти в театр, в кино или загрузить планшет каждый выбирает для себя сам. Но определенно эта технология имеет успех. Это значит, что театр будет жить теперь и виртуально.